Здравствуйте! После полнолуния может все раздражать. Помним, что это всего лишь такой день. Не поддаемся на провокации, сохраняем спокойствие. Было бы круто использовать технику фрирайтинга, выписать все переживания на бумагу и сжечь. Несколько дней Уран стационарный, поэтому день еще и аварийный, травмоопасный. Соблюдаем правила дорожного движения и технику безопасности на работе. Будьте аккуратны, особенно с электричеством. На работе занимаемся повседневными делами. Излишнее напряжение снимаем физической разминкой и разговорами по телефону. Важные совещания и переговоры переносим на среду. Всего хорошего и до встречи завтра!